Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство MiBravo X1, и сейчас я покажу вам, как заблокировать сенсор на данных часах. Итак, для этого мы свайпаем вниз, далее мы нажимаем на значок замочка, нажимаем, нам пишут, что экран заблокирован, и мы ничего не можем как бы тут сделать. Вот, а для того, чтобы его разблокировать, нам нужно зажать боковую кнопочку на буквально 3 секунды. Вот, и таким образом мы разблокировали экран. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.